По улицам города запустили противопожарный трамвай. Помочь в тушении, правда, вагон не сможет, зато напомнит ангарчанам о правилах безопасности. Яркие рисунки рассказывают, как вести себя в лесу и пользоваться электрооборудованием. Оформление вагона профинансировано по программе «Безопасность и правопорядок». Муниципальному бюджету профилактическая работа обошлась в 64 тысячи рублей. Мы обратились в администрацию, чтобы нам помочь именно реализовать данное направление. И совместно мы разработали макеты именно основных требований пожарной безопасности, которые происходят у нас на территории города Ангарска и района. Количество пожаров у нас в быту основное. Пока вагон курсирует только по третьему маршруту. В дальнейшем прокатиться на противопожарном трамвае смогут пассажиры и других направлений.